Вопрос. Константин Натанович, кто такие левые российские либералы? Какие цели их деятельности? Левые российские либералы – это группа журналистов, которые сотрудничают одновременно с Кремлем и говорят о том, что они оппозиция, берут гранты у Кремля. Сейчас, в условиях, когда многим пришлось эмигрировать из России, они вошли в отношения сотрудничества с Демократической партией, очень активно агитируют против Трампа, против Республиканской партии, фактически занимаются антиамериканской деятельностью.